Всем добрый день, друзья. Это игра For Honor. Качал я ее, конечно, долго. Сейчас мы играем за девушку-рыцаря вот такого вот плана. Это компания. Пытаюсь пройти, так сказать. Но она довольно-таки интересная. Так. Это пока такие слабенькие. Тихо, спокойно. Тихо. Союзников тут тоже можно колупать, так что это нормально. Тихо. Пока там подеритесь. А, типа в лагерь еще проникнуть надо вдвоем, нормально. О, коронавирус полетел. Могло быть хуже. Куда бы мы ни отправились, мы предаем своих. Да что где ты говоришь? Железный легион? Жди здесь. Я расчищу путь. Пс, нормально. Поворот. Подожди, я расчищу. В долинах гейзеров Железный легион преклонил колени перед черным камнем. Так, ну бросок это понятно. Ну и что ты тут? Не канает, да? Главное самому не свалиться. Так, удачная серия ударов. Это наша земля! Это наша земля, слышал ты? Контур. Тихо. Тихо. Настал черед викингов бежать. Да что ты говоришь? Только их что-то много для того, чтобы... Блин, не успел парировать. Ага. Хорошо. Нормально. В лагерь проникли просто. Че, ну давай, иди сюда. Че ты там ищешь? Ага. Спокойно. В порядке очереди. Ага. Тихо, тихо. Я понял. Защиту так. Засранец. Ну да, вторая атака не блокируется щитом. Нормально вы тут. Так, выбрав цель оборонительного режима, других игрок. Спокойно. Я, конечно, понимаю. По одному, ребята. Нужно убить их вождя. Это что? Этот там как-то уже залез. Ничего, что нас только двое. Так, а вас четверо, что-то вас. Тихо. Спокойно, ребята. Еще и стрелы, да вы совсем охренели. О! Нормально парировалось. Че, и вы туда же? Это что такое? А. Смотрю, что-то белое. Не пойму, что это. Так, здесь
Баффик возьмем. Ну что вы там, пострелять решили, да, ребята? Нормально. Тихо. Спокойно, ты че? Какой пес. Так, полечимся. Все в средневековье нормально, все стоят. Так, стой ты. Какой настырный. Готов. Ну да, высоковато. Что-то там. Ну да, так-то вдвоем можно весь лагерь зачистить, еще и сухим из воды выйти. Так. Враги будут. Так. Смерть предателя! Ты что-то. Ты это. Ты кто такой? Нормально. Ох, жестоко. А, понятно. Тихо. Неплохо. Ты куда отступаешь, воин? Поговорить бы хоть с одним беглецом. Нифига ты что захотела поговорить. Они были из Железного Легиона. Все мы связаны клятвой. Что тут случилось? Ну да, сейчас разберемся и узнаем, что там случилось, как обычно. Угу. Неплохо. Почему вы покинули свой пост? Псы черного камня отбились от стаи. Да что ты говоришь? Ты что, смерти не боишься? Какой страж станет сражаться за Аполеон? Кому-то пора сменить доспех. Почему вы покинули свой пост? Хороший вопрос. Они и сами знают, зачем. Убить их. Неплохо. Мы были вынуждены вступить в бой. А, ярость. Стоп. Спокойно, ребята. Эшфилд пал из-за таких, как вы! Да что ты говоришь, из-за таких прям как мы. Так, надо немного восстановиться. Мы вам не враги! Так.
Они что-то способны, кроме как ничего не делать. И все. Нифига себе их тут. В тот день я встретила нашего командира. Это еще кто? Неплохо, неплохо. Совсем неплохо. Засада, парни. Булава. Наполеон. Не благодари. Две бабы встретились, нормально. Казнить всех, чё? Засада. Могут им дарить. В такой-то ситуации. Кто из животных готов смирно ждать своей смерти? Овца. Овца. Нет. Местные разборки. Добро пожаловать в мой легион. Я все поняла. Но поздно. Клятвы, данные стражам, не нарушить. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня. Это была игра For Honor.